Добрый вечер. Я сегодня хочу сделать тренировку спина. Мы сегодня много гуляли на свежем воздухе, поэтому я очень хочу спать. Но все-таки решила не бросать, сделать задуманную тренировку и после уже пойти отдыхать. Поехали! Себя в зеркальце штатива. Мне кажется, что я с каждым разом все стройнее. Тренировка прошла классно. Я включила свою любимую музыку. Еще один плюс от тренировок. У меня улучшилась растяжка. После каждой тренировки я растягиваюсь. Особенно после тренировки на ноги. И уже в наклоне достаю ладошками до пола. Если раньше это были так немножко на пальцы, то сейчас уже уверенно на ладошке. Прошло всего лишь 3 недели тренировок. Я думаю, что на следующем измерении у меня не будет сильно больших подвижек, потому что когда я болею, на меня нападает ленивый жор. Включается сразу доширак, включается сразу какой-нибудь бутерброд с маслом и вареньем. Поболели, все, расслабились, но сейчас опять себя надо воодушевить. Я сейчас на таком пути любви к себе, принятия себя, и тренировки, конечно, дают мне очень большой глоток вдохновения, уверенности, и поэтому я более спокойно отношусь к зажорам во время болезни, срывам. Я уже не боюсь потерять прогресс, потому что я сделала очень много, впереди еще больше. И один какой-то шаг назад меня уже не пугает. Я не жду каких-то моментальных результатов и мгновенных изменений в своем теле. Я знаю, что я иду к своему здоровому, красивому, сильному и выносливому телу. Поэтому хочу пожелать всем здоровья, хорошего отдыха и пока-пока!